Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я вам покажу действительно полезные товары для дома с сайта AliExpress. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Сумка Organizer состоит из двух вместительных отсеков, один из которых имеет небольшие кармашки, куда будет удобно поместить наушники, переходники или флеш-карты. А другой – три колонны для самих устройств – телефонов, мини-планшетов, фотоаппаратов и так далее. Резак для теста. Благодаря многообразию форм позволяет придать выпечке необычный внешний вид. На выбор представлены как интересные формы с узором, так и обычные круглые. Доска для разморозки замороженных продуктов. Изготовлена из уникального сплава алюминия с высокой теплопроводностью, который впитывает в себя даже солнечные лучи или же воздух. Все это тепло передается продуктам, что сокращает время их разморозки. Такой способ позволяет сохранить свойства продуктов. Зарядка USB с магнитом. Кабель оснащен защитным покрытием и небольшими кольцевыми магнитами, которые предотвращают внешние повреждения, возникающие в ходе активного или же неаккуратного пользования. Кроме того, магниты позволяют придавать проводу новую форму и быстро принимать первозданную. Креативная кофейная кружка. У нее предусмотрен специальный кармашек, куда можно складывать печенье или другие угощения. Кружка вместительная и выполнена из керамики. Форма пресс для готовки. Сделана из пищевого силикона и имеет 7 отсеков шестиугольной формы. Основа прижимается с двух сторон и придает наполнителю идеальную форму. Можно использовать для мясных и хлебобулочных изделий. Автоматическая щетка для гриля. Гриль-робот оснащен тремя мощными электродвигателями и имеет несколько режимов работы для тщательного и поверхностного очищения. От режима будет меняться и время на выполнение. На небольшом дисплее можно отследить уровень заряда робота, а также оставшееся время. Поясничная опора для кресла. Может использоваться как в сочетании с водительским, так и рабочим местом. Устанавливается при помощи одной резинки. Опора улучшает осанку, восстанавливает кровоток, укрепляет мышцы спины, препятствует развитию заболеваний позвоночника и в целом прививает привычку держать спину ровно. Крышка-дозатор для бутылки. Частая проблема использования различных бутылок с соусами или же средствами – остатки продукта у краев стен или на дне. Эта крышка может одновременно служить дозатором, который облегчает использование емкостей с большим горлышком и фиксатором. Как известно, во время кризиса кто-то считает убыток, а кто-то делает сверхприбыль. Компания Avalon Technologies знает, куда инвестировать во время сложного периода. Сейчас это идеальная точка для входа в бизнес, без рисков и огромных вложений, потому что за вас будет работать мощная команда из экономистов и представителей бизнеса. Достаточно лишь зарегистрироваться на платформе Avalon LTD, инвестировать от 100 рублей и наслаждаться результатом в виде прибыли в 1,3%. Итак, неделю назад я делал депозит на 7 дней. Мой депозит отработал, и давайте попробуем вывести деньги. Поставим на вывод заработанные за неделю деньги. На оставшуюся сумму сделаем еще один депозит на 7 дней. И вот очередная выведенная сумма. Ссылка в описании. Нагревающий автомобильный подстаканник. Работает от автомобильного прикуривателя и позволяет подогреть или же охладить напиток там, где нет возможности воспользоваться электричеством. Подстаканник может служить основой для небольшой кружки, идущей в комплекте, или же для любых других напитков в банках, небольших бутылочках и так далее. Сумка-стул для кемпинга. С внешней стороны имеет специальные кармашки, рассчитанные на различную мелочевку.
Благодаря квадратной форме внутри достаточно места, чтобы упаковать все самое необходимое для похода. За считанные секунды рюкзак можно превратить в стульчик, который может выдержать вес до 150 кг. Набор для барбекю. Это небольшой ящик-трансформер, который раскладывается, превращаясь в трехступенчатый мангал. В центре располагается широкий отсек-мангал с решеткой и подставкой для угля. Помимо основного отсека имеется два малых. В ближний можно ставить средства для розжига и различные соусы, а на верхний выкладывать готовую еду. Дозатор для мыла с держателем для губки. Такое приспособление значительно облегчает процесс мытья посуды и экономит расход моющего средства, поскольку одного нажатия на дозатор достаточно, чтобы вспенить губку. Его же можно применять и в сочетании с небольшими щетками или другими приборами для посуды. Машина для завтрака. Сочетает в себе кофеварку, духовку, а также противень, который располагается сверху духовки и функционирует в качестве сковороды. Каждый прибор можно использовать по отдельности или же все сразу, что займет куда меньше времени на готовку. Двусторонняя нанолента. Может быть использована повторно и не оставляет следов после склеивания. Лента обладает водоотталкивающим свойством, что позволяет применять ее даже в ванной комнате для установки различных приборов. Также она будет полезна для монтажа элементов интерьера и декора. Мини-пылесос для клавиатуры. Подключается к USB-порту ноутбука или компьютера и имеет несколько насадок для поверхностей и внутренней чистки. Можно использовать для удаления пыли на некоторых компонентах. Пылесос также оборудован фонариком. Тако-бар. По-простому может называться многосекционной посудой для снеков. Именно этот вариант чаще всего используется для размещения закусок мексиканской кухни – буррито, начос, тако и так далее. Но также посуду можно применять практически для любых быстрых угощений – салатов, чипсов, соусов, булочек, сыра и так далее. Она состоит из 7 секций и 4 небольших тарелок с выемкой для лепешек с начинкой. Дозатор для зубной пасты. Фиксируется на прозрачную клейкую основу, отчего не требует сверления и прочих монтажных работ. При нажатии на специальную кнопку дозатор отмеряет необходимое количество зубной пасты и позволяет израсходовать ее до последней капли. Форма для мороженого. Позволяет в домашних условиях приготовить оригинальное мороженое или замороженный сок. В наличии имеются варианты с сердечками, зайчиками, ананасами, лапками и в общем всем, чем только захочется. Машинка для закрутки роллов. Лист для готовки, который помещен внутрь фиксирующей коробки, на него необходимо вертикально выложить все ингредиенты, после чего прижать оба края листа, чтобы собрать ролл воедино. Таким образом, мы получим идеальную форму с аккуратными краями. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!